Всем привет! Продолжаю решать задачи на питоне. Сейчас буду решать задачу Ваня и кубики. Тут единственная входная строка – это число кубиков. И нужно определить высоту вот такой пирамиды. Сейчас сначала считаю данные. Количество кубиков – это целое число. Так, ну вот, все данные считаны. Сказано, что на итом уровне пирамиды должно располагаться вот такое количество кубиков. Тут можно заметить, что это ряд натуральных чисел. И нам нужно определить сумму его, чтобы знать, сколько кубиков израсходуется. Для этого открываем Википедию, если мы не знаем формулы вот этой суммы ряда натуральных чисел. То есть вот по такой формуле мы будем определять количество необходимых кубиков. Так, создам переменную высота пирамиды. Изначально она 0. И переменную количество израсходованных кубиков S. Так, и в цикле пока количество израсходованных кубиков меньше либо равно общего количества кубиков, буду производить следующее действие. Так, ну сначала увеличу высоту, потому что как бы 0 высота быть не может, даже если n равно 1, то тогда высота 1 равна. Так. Ну и дальше буду определять количество израсходованных кубиков. Это число кубиков на предыдущей итерации плюс, соответственно, формула из Википедии. Вот эта формула, соответственно, вот она. Так. Так, ну я распечатаю H и S, чтобы посмотреть, какие они значения принимают. Так, 25 кубиков. Так, ну вот мы видим, что вот эта последняя строчка, она как бы уже лишняя, потому что здесь значение больше 25. Соответственно, для результата нам надо от h отнять 1. Вот. То есть после цикла печатаем высоту, но на 1 меньше, потому что в цикл захватывает чуть больше. Так, сейчас проверим. 25, 4, так, и вот надо печать убрать, соответственно. Так, ну и тест с единицей равен 1. Ну вот, можно отправить на проверку. Ну вот, полное решение, значит, решили задачу правильно. Спасибо, что смотрели данное видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорого.